перископ майки .орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Иду по счетам платить. Да, в Питере, где я гуляю с коляской. За водичкой, за электричество повезет, заплачу. Бля, мелким херовеет, пиздец. Вчера этого вырвал, блядь, сегодня вообще варьку херово, так? Клюет даже чем видит. Вышли погулять, блин. Угостил туда пиццей, блядь, на свою голову с грибами. Пиздец, во второй день человек блюет. Нихуя смешного. Аккуратно смотрите, что едите и чем угощаете друг друга. Лоб тряпка наоборот же так круче, когда там этот картон, там же наоборот ломается и вообще ни на что не годно. Ты не прав, наоборот, мягкий опыт плюс, а не минус. Не знаю, я таскаю, все нормально. Там просто ломается картон и все, и на выброс. А так, на это, постирал на день просто, на какую-то херню, на болванку. И все будет четко. Тряпка опять станет такой тверденькой. Салют, салют, салют. Все, уже погода, весна. Не знаю, когда в Москве такой концерт. В Волгограде сейчас будет концерт. 20-й, по-моему. Ну, успехи с выходом альбома, да, никак. Никак. Если честно, никак. Почему мало смотрят, не ебёт на это? Это не ко мне вопрос. Я что, буду созывать их? Зазывать в Питере, наверное, будет. Привет всем, ага. Будет, будет, да. В Махачкалу. Чё, буфак едет в Махачкалу, не знаю, они ничего против не имеют никаких городов. Здорово, Дима. Пошел вчера, накурился, школу прогулял, не пошел на баскет. Что, только прилетел ночью, не успел вчера прийти вообще. Да, да, в Израиле жирный, как-то жилистый, зажаристый ивент. Не пишется. Хочется с тем распытаться, просто что смысл писать, если даже то уже готовое, сведенное, не может найти выхода. Да, это есть. Поменьше, но нормально. Альбом с Макимон, ну, и хороший, что я говорю, ну вот, по крайней мере, уж что-что, а дизить как бы кого-то, ну вот зачем. Все, все ништяк, хороший. Не могут, господи, это не мои проблемы. Да, наверное, ваши, но не мои. Я-то его слышал.
ну, не то, что слышал, слушал постоянно. Там неформатное такое хорошее музло, такого нет у нас. Ну, как бы себя хвалить, тоже, конечно, долбоебство, если честно. Не в Питере, в Октаву родился. Творчество, пока не как бы не разрешится ситуация с альбомом, не стоит что-то писать, ничего вообще. Правда, и до этого уже много чего написал, там кое-какие совместки выйдут. Но если честно, как бы так Децл это, блядь, поднапрягает. Не знаю, не знаю, да пофиг. Фанатами скинемся. Да у тебя нет фанатов, ты вообще кто такой? No Gusto. Не знаю такого, что-то. Человек со многими фанатами, мне они в любом случае твои не нужны. Мне вообще не нужны фанаты. Так, слушатели, да, ценители. А фанаты зачем? Это больная какая-то. Я на подвойску иду, блядь, за электричество платить. Песен, блядь, пока альбом нахуй не выйдет, там не договорюсь о его релизе. Говорю, стоят, что-то делать дальше по поводу там новой музыки, абсолютно пропадает моментально. Что толку копить, музло. Есть еще фиты нормальные, с Лехой в том числе, еще там сколько, 2-3. Нет процесса даже самого. Все удочки как бы вынырнули, блядь, без наживки. Поэтому не то, что тут затягивается, просто процесс вообще не идет, если честно. К татухам нормально отношусь, мне много татух. Ну, за Иран ты успокаиваешься, хуй его знает. Ни зарплаты, ни условия, ни... делают такие, какие я жду, и ничего не буду выпускать. Мне помогать не надо, мне нужны грамотные условия, вот и все. Зачем мне помогать? Ты чё недовольный такой? Погнали, давай. А, у тебя перчаточка упала. Нормально все? Поехали дальше. Отношусь к андеграунду, да я его олицетворяю просто. Так отношусь. О, Господи, давайте не пройду. Я же рассказывал только что. Дети отравились все, пиздец. Ёбаной пиццей, Додо пиццей, блядь, дочка отравилась с грибами. Может, мне там грибам не переносимость, не знаю, но факт есть факт. Все зашел. Оставил им кляузу, ты недовольна. Ты что кричишь? Едь себе, кайфуй, что ты? Спи, я на твоем месте вообще бы так спал сегодня-то. Что ты? Обзываешь.
не знаю, может, найдется, может, нет. Нормально дела. С Лехой бомбовый фитур. Все. К Эминем плохо отношусь. Мне не нравится эта музыка. Отношусь нормально, но музло его не слышу. Ну что ты разговариваешь? Типа, если и летим, да, то вроде завтра должны, по идее. Посмотрим. Ведает только Аллах. Сделал бы, не сделал, не знаю. Похуй на фиты. Понят. Че, кайфуешь там лежишь? Ну, мы не в Тель-Авиве были воевать, хорошо. Про альбом только что это рассказал. Да, в Израиль, думаю, да, привет. Очень много человек, не меньше, чем Гуфа. Да нет, это неправда. Я не стремлюсь к хайпу вообще. Ну, не то, что для души, это будет малодушно, так сказать. А ради денег тоже. Но если бы, как бы, это было, во-первых, тогда бы уже по псу хуярил. Погода, не знаю, раз 8, наверное, нормально, погода хорошая. А так, там, для души, для денег, да какая разница, главное, чтобы музло нормально было. А что мотивирует? Бабки тоже неплохой мотиватор. Просто, ну, не каждый может замотивироваться и там, продолжать делать что-то интересное. Вот это уже другой вопрос. Даже там интересные все и слушатели. Друг, не знаю. Как, блядь, собираюсь куда-то уезжать на концерты, мелкие все болеют, блядь, плюют, срут дальше, чем видят. А предки наши не в этом городе, не мои, не женовские. Блядь, прям жалко жену, реально, съебаешься куда-то, оставляешь, а дома там, блядь, пиздец творится. Попробуй, нет, пробовать мне уже поздно. Без автотюна у меня много песен. Спасибо за заботу. Леха грустит, да что ему грустит? Он вообще никогда не грустит. Он такой же, как я, реалист. Или точнее даже сказать я, как он. Да почему единственное? По кайфу много кто делает. Может там не в России или как там по-другому кайф. Есть. Интересно. Интересно-то есть музло. Попсовый трек или альбом? Да слушай, мне кажется, мне не получится попсово. Даже если я постараюсь, это будет все равно нифига не попсово. Пока я пришел деньги отдавать свои кровные. Салам, салам.
ломал. Ну что, новости какие, расскажите. Здорово. Да привет. Да мелко заболел, хожу тут, не мотыляюсь, сегодня улетать в Тюмень. Мелко болеет, блин. Ходил за номерком, что за хавкой иду. Сдать анализ надо. Но в этих стаях дохуя, они нахуй никому не нужны, поэтому мне не выпустить. Да недавно. И завтра увижу еще. В Тюмень влетим сегодня. Да пиздец, не только мелко, всем надо здоровье. Так, что пацанов на него. Да тогда же, когда я все остальное, хуй знает когда. Все валяется, сведенное давно. Все валяется. Не хотят платить мне то, что я хочу. Это все-таки работа. Не могу же я так выбросить. До разных вибраций, не только. Как бастит, ну нормально. Идет сейчас вот что-то. Не, не работаю иначе сейчас. Надо сначала от предыдущего материала как-то освободиться. Хули толку копить? В Москве чаще всего как раз таки и бывает движуха. Здрасте, здрасте. Не знаю. Пиздец, конечно, погодка охуенная. Да будем, куда мы денемся? Обычные. Алиса, база. Нормально. Кингисеппе, по-моему, не был. Ну что там? Альбом? Да не, наверное, я не знаю. Ну, будет, если, блядь, согласятся на мои условия, то будет. Сейчас еще идет там переговор с одной конторкой. Ну и в принципе там можно еще в одну сосватать. А так пока как-то слабовато все это выглядит. При том, что там все видосы, там сниппеты и так далее, там много хорошо набирают, встречают, а, блядь, выпускать никто не хочет. Ну потому что там тоже какой-то культурный совет собирается на этих лейблах, блядь. А они, видимо, в уши ебутся. Вот. А они все думают, что еще все еще эта пора там этого легкого трэпа не прошла и полхауса. Но она прошла.